А что ты делаешь на дороге в такую ночь? Говоришь, ты местная? Raccoon City. Либо ты, либо я. Осторожно! Нам надо уходить. Закройте ворота. Зачем ты вернулась, Клэр? Этот город отравлен. Нужно остановить это. Иначе весь мир будет в опасности. Что, идем? Идем. Он что, его... Что Амбреллы здесь делали? Они проводили на них эксперименты. Это работа всей моей жизни. Я никому ее не отдам. Бикерс, это шериф Айронс. Возьми уже чертову рацию! Амбреллы хотят здесь все уничтожить. Я хочу убраться отсюда поскорее. Я вернусь домой утром. А куда ты? Иду к Сьюзи с ночевкой. Новое объявление. Смотри. Все газеты пишут про похитителя. Лучше не упоминай его. Ты же не веришь в эти страшилки. Он тебя не слышит и не забирает всех детей, кто говорит о нем вслух. Вот растяпа. Ну, просто волшебно. Вам помочь? Глянь только. Да уж. Не подашь мне шляпу? Вот, спасибо. Вообще-то, я волшебник. Это черные воздушные шарики? Хочешь, покажу тебе фокус? У меня важное объявление. Один из наших учеников, Финни Блейк, был похищен. А вдруг я смогу помочь полиции найти Финни? И не работал, когда я был ребенком. Я закричу, расцарапаю тебе лицо. Это лицо? Папа, я видела сон про Финни. Расскажи, что видела во сне? Его похитили. Мужчина с воздушными шариками? Да. Эти сведения не разглашались. Алло. Не клади трубку. Кто это? Ты знаешь наши имена. Ты выберешься отсюда. Пожалуйста, пусть сон окажется правдой. Видишь стену напротив? Я оторву от нее длинный кусок кабеля. Там кодовый замок на входной двери. А какой код? Я вырезал его на стене. Поверь трубку! Быстро! Дерево, дверь, калитка. Я их раньше на его не видела, только во сне. У тебя мало времени. Тебе понадобится оружие. Подними трубку, сделай шаг назад и замахнись. Смотри, что мне пришлось сделать. Пожалуйста, быстрее. Помнишь, что я тебе говорил? Придет день, когда я должен буду дать отпор. Этот день настал, Финн.
это не смешно, Эмбер. Закрыты. Двери открыты. Алло. Все повторяется. Уже три нападения. У тебя есть пистолет? Я Сидни Прескотт. Конечно, он у меня есть. В этот раз все немного по-другому. Саманта, я... Я знаю, кто вы. Я была на твоем месте. Не раз. Это твоя жизнь, а значит, тот, кто это делает, захочет тебя убить. Готова? К этому? Никогда. О, стойте! Нет, нет, нет! Чтобы выжить, нужно следовать правилам. Он нападает на тех, кто связан с первыми убийцами. Его связь с нашим прошлым привела нас сюда. И я не успокоюсь, пока не прикончу его. Берегись! Здравствуй, Сиди. Какая честь для меня. Кто-нибудь может привести пример предания или мифа или волшебной сказки? Лукас. В лесу сегодня нашли полчеловека. Вторую половину нашли в шахте. Но это ведь наверняка какой-то зверь, да? Я таких зверей не встречал. С Лукасом что-то не так. Это рисунки моего ученика. Вот что было в шахте. Это дьявольское отродье. Простите, это же миф. Для вас, да, миф. Но индейцы в это верят. Он придет за мной. Я нужен ему. С королями, а драконы. Почему вы не помогли Станосам? Или в других войнах и бедах за всю историю? Нам не велено вмешиваться в конфликты людей, если девиантов в них нет. Почему? Фильм «Вечные» поднимает тему сотворения самой киновселенной Марвел. В фильме звучат отголоски событий четвертых «Мстителей» и положения в мире. Пятеро из «Вечных» скорее мыслители.
остальные пятеро воины – бойцы. Вечные – герои, обладающие невероятной суперсилой. Но при всем при том не состоявшиеся как команда. Если вот это конец света, хотя бы увидим его вблизи. Твой сарказм точно не спасет планету. Человек, собравший фильм воедино, лауреат премии «Оскар» Хлоя Джао. Это эмоциональное путешествие. Вместе с вечными мы узнаем, кто они и что значит быть человеком. У нее четкое и ясное видение. Необычно само место. Необычны сцены, кадры. Необычен актерский состав. Все выглядит иначе. Говорят иначе. Многие люди ощутят себя впервые в роли супергероев. По-настоящему эпичный, мощный фильм. Масштаб, размах потрясающий. Приятно знать, что ты причастна к чему-то совершенно новому. Фильм «Вечные» ни много ни мало преобразит, заново сформирует киновселенную Марвел. О, это Джеки Джастис, да? Вы же были знаменитой. Йо, мисс, классно вас отделали. Да ты глянь, как охрененно. Что тебе надо? А у меня-то для тебя сюрприз. Это твой сын. А папаша-то сдох. Джеки не может взять мальчишку. Она же боец. Так теперь выглядят чемпионы. Не хочу я драться. Я счастлива. Счастлива, шкаябать толчки. Это твоя цель? Мы чужие друг другу. Кроме меня у тебя никого нет. Что это? Подпольные бои без правил и рефери. Да. Не ссы. Кто к нам пожаловал? Прямиком из UFC Джеки Джастис! Будешь драться или убегать? Знаю, ты любишь бегать. Я сижу с тобой и даю тебе шанс. Согласна? Согласна, да. Ты ее знаешь? А должен? Техника у нее никакая. У меня 5 девчонок, и все они сильнее, быстрее, моложе. Извини, но я в нее не верю. Так это ты была Джеки Джастис? И до сих пор. Да, но в ней что-то есть. С возвращением. Хоть раз в жизни сделай что-то по-человечески. Тебе пора выбросить дурь из башки. Это не мое дерьмо, а твое. Ты боишься? Мне тоже было страшно. И до сих пор иногда страшно. Это твой шанс. Показать им всем настоящую Джеки Джастис. Вселенная состоит из историй. Здесь может произойти что угодно. Много лет назад никто не знал о Рождестве. Пока один мальчик не показал миру, как верить в невозможное. Подай-ка инструкцию по обмен цветку. Облик ты возьмешь того, с кем понюхаешь его. Иго-го! Я князь! Князь или нет?
Ты вообще знаешь, кто я такой? И кто же? Князь я. Юлий или нет? Что же их так напугало? Ну, гляди, ежели обманул, лучше тебе не знать, кого я тебя превращу. Лучше бы все же знать. А нет какого-нибудь каталога? Прибыл Сирия в качестве командира боевой группы. В данный момент нахожусь в плену. Этот отколовшийся от игил ячейки, которые хотят сами зарабатывать, просят 300 зелени. Я помогу собрать деньги. Боюсь, не успеем. Не таскай ребенка на свою войну. Ты что, не понимаешь, что он еще маленький? Полетишь, настоящий Сталинград увидишь. Ну давай, грузись. Так, 10 минут, ты готов. Че, первый раз в Сирии? Взяты под прицел он, умирал, но пел он. Обводили мелом люди его тело. Ранены в сердце на вылет, врачи диагностировали перелом крыльев. Его глаза, уставшие от пыли, скрывали темные очки поверх сухожилий. Минуты застыли в морщинах, освобожденный Джанго, Тарантино. Длинные паузы, выстрелы в спину, стрелы святого Валентина. Что это? Здесь только 150. Я не могу так просто уйти. Почему? Потому что русские своих не бросают. Ты кто такой, твою мать? Я должен вытащить их из этого ада. Спасибо, что вернулся за мной. Спасибо, скажешь, когда выберемся отсюда. Уходить надо! Я сказал выполнять! Ты на всю голову чокнутый, Джон. Я знаю, моя жена постоянно мне об этом говорит.